Ну а закончим программу традиционным опросом с нетрадиционным подходом. Оксана Стяжкина сегодня решила не спрашивать кировчан ни о чем, а просто набраться наглости и покопаться в мобильных телефонах кировчан. Так сказать, залезть к ним в телефоны и посмотреть, какую последнюю фоточку они сделали. И что примечательно, кировчане-то не отказывали, а показывали. Покажите свое последнее фото в телефоне. Ой, блин. Фоткались. Это я с друзьями на выходных ездил в Порошино отдыхать на шашлыки. Это моя девушка и подруга. А вы по серединке, да? Да. Какой-то вы недовольный. Я уставший. Нет, последнюю я вам не покажу. Что там что-то такое интимное? Да. Вот предпоследняя фотография. Это мы ходили в выходные с супругой, нашли замок. Я фотографировал, супруга держала. Так, это что у вас? Замок со свадьбы, повешенный на дереве желаний. Что это? Билеты. Кто фоткал? Я. Что за билеты? На концерт. На какой? «Фактор 2». А песни-то знаете? Подготовились к концерту? Нет. Ни одной песни не знаете? А как пойдете? Под этим делом. Вот один снимок только есть. Телевизор и все. Это игра была Star Wars Battlefront. Здесь попал в топ-тройку лучших по течению дня. Вы? Да. Это вы крутой игрок. Ну, да, считается событие. Ну, дочь выступала на 9 мая в поселке Мирный. Ну, просто жена сказала фотографировать на память. Так, что это за фотка? Рассказывай. Я не знаю. Вот так вот. Вот так вот было, бывает такое в жизни. Кто этот человек? Я его не фотографировал. Вот эта шпаргалка у меня на эконом-теорию контрольная была вчера. Вот. Я не воспользовался. Почему? А знал. Черный экран. Так, давайте посмотрим. Это практически как квадрат Малевич. То я ем пиццу. А мне пишет мой парень, говорит, скинь фотку, а я ему сфоткаюсь с пиццей. Все. Парню фотка понравилась? Да, такое спасибо за фотографию. Я когда утром встаю, я всегда делаю селфи, когда куда-нибудь иду. Чем? Для интереса. Какого? Не знаю. Нет сейчас телефона тогда? С собой нет, я его дома оставлю. ВКонтакте страничка, у меня там никакой игры, все, одни селфи.